Сегодня мы расскажем о коляске Юнама Даймонд. Это коляска польская, производство Така. Так, ручки у нас регулируются по высоте. Так, здесь очень много положений. Вот это максимальное. Колеса очень мягкие. Передние вращающиеся. За счет этого коляска маневренная. С возможностью фиксации. Все. Застопорили одно колесо. Чтобы обратно нам разблокировать. Очень легко. Вес коляски 12 килограмм. Чтобы капюшон опустить, нужно нажать на две кнопки. Поднимается просто. Вот так. В люльке идет теплая накидка на ножке с отворотом. То есть при желании можно его поднять, чтобы ветер не заходил. Здесь идет просторная люлька. Вся обивка выполнена из хлопка. И вот такое дно. Матрасик очень плотный. Здесь поднимается, можно поднять подголовник. В комплекте идет вот такая сумка, которую можно повесить на коляску. Либо зацепить ремни и повесить на плечо. В комплекте идет дождевик, это пеленочка, так она выглядит, и москитка. Сумка очень вместительная и имеет множество мелких карманов. Здесь, вот здесь один кармашек и сзади. Также в комплекте идет подстаканник, который можно легко снять. Вот так. Капюшон у данной модели очень глубокий, вот с таким козырьком. Также на капюшоне проветриваем окошко. Получается, капюшон еще глубже закрывает. Но при желании его можно вот так вот завернуть. Очень классная здесь идет корзина для покупок. Так, сейчас я закрою. Вот такая она. И на замочке не будет попадать ни мусор, ни пыль. Очень глубокая. Ножной тормоз и здесь идет амортизация хорошая. Вот, коляска очень мягкая. Также можно поменять жесткость, чтобы снять блок. Мы нажимаем за эти рычажки. Данная модель очень легко складывается вот при помощи вот таких рычажков. Нажимаем. Все, у нас тоже осталось еще вот так. Вот такая ручка. Ее также можно поставить. Также она легко раскладывается.